15 православных храмов – Московской, Рязанской и Тульской областей, Республик Карелия и Калмыкия – украшены работами Михаила Федотова. Талантливый мастер говорит, что он не просто работает с деревом, он живет каждым мгновением создания различных предметов церковного убранства. Когда устанавливали иконостасы, да, кто-то кому-то понравился, они там в соседнем, ну, образно говоря, в своих поселках уже говорили, вот есть такой-то, такой, я потому что телефон давал, я был рад тому, что я нужен. И меня сами и звонили, и приезжали, и я ездил туда и размеры и устанавливал. На создание таких шедевров православного зодчества уходит от 3 до 4 месяцев. Из простой заготовки получаются уникальные вещи. Золотые руки Федотова и безмерная любовь к людям творят чудеса. Всегда он делает поделки какие-то, и даже когда был молодой, мебель делал в дом, когда вот не было ничего, он кухню сделал такую нам красивую. Поэтому он всегда что-то творит. Решение на более профессиональном уровне освоить резьбу по дереву и заняться восстановлением храмов Михаил Николаевич принял уже в довольно зрелом возрасте. 55 лет Федотов пошел учиться. 2 года ездил на занятия и выполнял домашние задания. Сейчас ставит перед собой цель создать убранство для 33 храмов. Дожить бы до седых волос еще подольше. Я-то себе запланировал на 99 лет. 90 лет я занимаюсь этим, именно этим, да? Вот. А 9 лет я, значит, езжу в храм и молюсь. Супруги Федотова вместе уже 50 лет. Свое участие в губернаторском конкурсе предпочитают не афишировать. Просто занимаются своим любимым делом. В каждой жизни бывают всякие моменты. Но главное, что терпение и любовь. И все прощение, вот что нужно. Михаил Николаевич и Валентина Федоровна – желанные гости во многих православных приходах. Настоятели знают, что если они приедут, храм точно будет восстановлен и станет жемчужиной в своем крае. И пока работы только прибавляется. Галина Житкова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.